Доброго времени суток, YouTube, уважаемые видеослушатели нашего канала. И я вновь нахожусь в интернете на страницах не нашего сайта, но сайта, даже не на сайте я нахожусь. Я хочу поговорить о приказе Минздрава Российской Федерации 28 июля 2020 года за номером 749-Н в очередной раз. Уважаемые коллеги, уважаемый Ростехнадзор, представители Ростехнадзора, это ваш приказ, вы им активно пользуетесь в своей деятельности, опираетесь на него, когда проводите какие-то контрольные мероприятия по поводу лиц, занятых в особо опасных производствах. Есть требование, что необходимо человеку пройти медосмотр. В рамках этого медосмотра необходимо пройти психологические обследования. Вот здесь они даже указаны, да, то есть это об утверждении требований к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии. Уважаемые господа из Ростехнадзора, если вы следуете этому приказу, давайте будем следовать ему до конца, от А до Я. Не просто требовать справки от организации, что вот люди у них прошли этот медосмотр и психологические обследования. Я хочу обратить ваше очень пристальное внимание, надеюсь, на приложение номер 4. Весь приказ очень интересен, можно говорить о каждом из этих приложений к этому приказу очень долго и нудно, но приложение номер 4 является, на мой взгляд, наиболее важным. Вот здесь вот оно приведено. Называется оно «Перечень должностей работников объектов использования атомной энергии, на которые распространяются медицинские противопоказания для выдачи разрешения на выполнение определенных видов работ в области использования атомной энергии». Приложение номер 4. И давайте мы с вами сейчас, я щелкну это приложение и перейдем к нему, собственно. Мы в интернете. Так. И вот, собственно, приложение номер 4. Еще раз его зачитаю, он такой важный. Перечень должностей работников объектов использования атомной энергии, на которые распространяются медицинские противопоказания для выдачи разрешения на выполнение определенных видов работ в области использования атомной энергии. Постоянно мне звонят уважаемые контрагенты и говорят о том, что нам надо пройти такое психологическое обследование. Я говорю, хорошо, значит, давайте будем проходить. У нас есть необходимые требуемые методики, ПЗМР, СЗМР, РДО и так далее, и так далее, и так далее. Звонит мне один человек, второй человек звонит. Вот сегодня звонили, несколько дней назад звонили, и было там, наверное, 3 или 4 звонка по этому поводу. Я задаю, соответственно, вопрос. Вашему предприятию сколько работников необходимо пройти такое обследование? И мне, значит, там женщина, две женщины даже, они звонили мне там, значит, мужчины звонили, видимо, инженеры по ядерной радиационной безопасности. И я у них спрашиваю, сколько вам надо пройти крупное предприятие? И мне говорят, да, я там один вообще. Или там два нас. Инженеров таких. Вот давайте посмотрим. Соответственно, у нас обязаны проходить такие медосмотры в обязательном порядке. Директор, главный инженер, медосмотры и психологические обследования. Заместитель главного инженера. Далее идут начальник отдела ядерной безопасности. Одним словом, руководящий персонал и инженерно-технические работники. То есть ИТР, грубо говоря. И обратите внимание, то есть вот я еще раз подчеркну, руководящий персонал, значит, ИТР, и обратите такое пристальное свое внимание на персонал, ведущий технологический процесс, оперативный персонал. А мне, значит, женщины звонят, мужчины звонят и говорят, сколько, я спрашиваю, сколько вам надо пройти обследование, для скольких работников? Они такие, ой, да я один, да там нам двое, нам надо трое. Ребята, вы нарушаете закон вообще-то, да? Надо понимать, уважаемые контрагенты и товарищи из Ростехнадзора. Уж если вы проводите такие проверки, будьте последовательны до конца, поскольку не только директор, замдиректора, там, главный инженер и несколько начальников цехов и отделений, может быть, у вас там проходят это обследование. Рабочий персонал имеется в виду. Персонал, ведущий технологический процесс, оперативный персонал. И эта дама мне сообщает, да, я одна. Как так одна? У вас есть подчиненные? Вы сами там эти, значит, ядерные отходы или там, я не знаю, колбочки ядерные перебираете. У вас там подчиненных штук 15-20 человек, они этим занимаются. Но о них как бы плавно забывают. Я знаю, я буду честен, я знаю, что Ростехнадзор живет за счет того, что накладывает большие штрафы на предприятия, там штрафы миллионные. Я вот в своей практике на главной странице Ростехнадзора эти штрафы все показаны, прошла проверка, ага, наказали, нету того-то, того-то, третьего, значит, наказали. Выписали штраф от 4, 5, 6 миллионов. Ну, бывает такое, да, бывают меньшие штрафы, какие-то за меньшие нарушения, но штрафы Ростехнадзор накладывает миллионные. И это понятно. Ростехнадзор живет и зарабатывает деньги, как и все остальные люди на нашей планете Земля и в России в частности. Он зарабатывает деньги за счет того, что накладывает штрафы за невыполнение этих самых административных регламентов с 623, 741, ну и там еще ряда документов. Это все понятно. Ну так и накладывайте штрафы за то, что у вас, вы приезжаете на предприятие, у вас там 1-2 человека у нас прошли обследование или у кого-либо другого, неважно. Значит, ага, вы удовлетворяетесь этим. И, соответственно, все выполнено, все, поехали. А оперативный персонал, работяги, вы почему их не контролируете? Не сами же руководители это все проводят и работают с этими ядерными отходами. Они к ним близко не подходят, шарахаются от них руководители-то. Не заходят в это помещение, где какая-то происходит какой-то процесс, может быть, технологический или еще что-то. А работают там работяги, я условно говорю работяги. Рабочий персонал, у нас есть руководители. У нас есть ИТР, у нас есть рабочий персонал. Их несколько десятков на предприятии, если не сотен на крупных предприятиях. Но тем не менее про них Ростехнадзор забывает. Договариваются люди на предприятии. Поэтому когда мне говорят, да, я там один, допустим, там начальник какой-нибудь. Вот, начальник отдела по ядерной и радиационной безопасности, да, вот он проходит. В лучшем случае директор, главный инженер, начальник отдела, 1-2 может быть. И, соответственно, а что у вас там по персоналу? Да, все нормально, вроде работают, все хорошо. Ну или как-то еще. Поэтому давайте будем последовательны и наказывать, и зарабатывать деньги, товарищи из Ростехнадзора, за то, что вам не показывают и не говорят о том, что у вас рабочий персонал, самый важный, нужный, непосредственно сталкивающийся с этими ИИ, источниками ионизирующего излучения, от контроля психофизиологического и медицинского уходит. Невозможно так, что проходит обследование только 1-2 человека с предприятия. Предприятие несколько тысяч работников, из них несколько сотен работников работают на действительно ответственной должности, там рабочий персонал я имею в виду, на ответственной должности, который действительно занят в этом сложном технологическом процессе. А они у нас не контролируются. А у него завтра случится что-нибудь в семье, он пойдет, значит, кислоту нальет какую-нибудь или еще что-то, или нарушит процесс, скажет, да пошло все нафиг. Был такой случай, когда на атомной станции уборщица, лень ей было идти до туалета, выливать грязное ведро. Она пол помыла. И она видит, труба торчит из пола. Она взяла туда и вылила эту воду, которую только что пол мыла. Ну и что? ЧП, стал целый энергоблок. Атомная станция. До дела, до взрыва чуть не дошло. Уборщица вылила грязное ведро с грязной водой из-за своей лени и не пошла выливать куда следует эту воду, а вылила в торчащую из пола трубу. И все. Второго Чернобыля, третьего Чернобыля не хотите, с учетом жизни наших людей? Не хотите? Так Ростехнадзор, контролируй, если уж ты контролируешь. Не будь лопухом-то. А то проконтролировала, там с главным инженером там коньячка выпили, уехали. Персонал продолжает работать. А у него кукушку снесло, он там. И контроль должен быть как минимум ежегодным этих работников, ведущих технологический процесс. А не то, что мне звонки раздаются десятками о том, что там 1-2 человека нас обследовать надо, 1-2-3 человека. Не может такого быть. Это обман, нарушение закона, постановлений, приказов, как Ростехнадзора самого себя, Ростехнадзор сам себя обманывает, так и медиков, которые проводят эти обследования. Они знают, что должно быть больше людей проходить обследования, а они, значит, предприятие предоставляет списки на 1-2 человек. Сэ-ля-ви. Такова жизнь, как говорится. На этом все. Благодарю за внимание и удачи.